Не верится, что мы уже дошли до полуфинала Кубка Чемпионов. Мы посмотрели уже довольно много игр, как хороших, так и не очень. Но от полуфинала всегда ждем больше. Ну, разумеется, здесь ведь всего один шаг до финала. И надеюсь, что сегодня команды покажут футбол высокого уровня. Состав Манчестер Юнайтед. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Посмотрим на состав Лацио. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный пас в разрез. Мяч летит в сторону ворот. Хорошая игра защитника. Чисто сыгран. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Манчестер идет вперед. Харри Кейн. Прекрасный пас, опасно. Решил пробить. Есть гол, счет открыт. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это шанс! Забивай! И есть! Гол! Сейчас посмотрим. Подозреваю, что в протоколе матча оба гола будут указаны как забитые на одной минуте. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и даст Манчестеру завершить атаку. Будет отложенный штраф. Матео Дармиан. Харри Кейн. Отлично сыграно. Надо решать. И это должен быть гол! Душ Санту Шавейру! А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! Дубль есть. Ну что, вперед за хет-триком. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Филиппе Андерс. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет? Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. И как опасно пробил. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Угловой будет подавать команде. Душ Санту Шавейру. Бальде, Диао Кейта. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Посмотрим за этой атакой. Поль Погба. Душ Сантус Авейру. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это может быть опасная атака. А вот это уже здорово. Мяч у вратаря, все в порядке. Мемфис Депай.
Это может быть опасно. Лучшего начала. Тренер Манчестер Юнайтед проводит замену. Команда возвращается после перерыва, звучит свисток, и стартует вторая половина полуфинального матча Кубка Чемпионов. Теперь команда не имеет права на ошибку, даже малейший промах может стоить им место в финале и шансы на получение кубка. Владеют мячом и ждут, как... Удар! Опасно! Проверка вратаря, он на месте, никуда не ушел. Ждем подачу от угла. Какой удар! Такой бывает, это автогол. Забивает команда, но, к сожалению, в свои ворота. Автогол — это всегда обидно. Чудовищный по своей нелепости мяч, можно только пожалеть потерпевших. Поль Погба. Какая техника, как он обращается с мячом. Надо забивать! Опасно! Вот это спасение! И мяч будет введен в игру с угла поля. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Матео Дармиан. Дасила. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы — это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отдал явно не так, как задумал, и мяч ушел вам. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опасно! Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Отсюда можно пробить. Это предупреждение. Головой наносит удар игрок. И не точно, рядом со штангой проходит мяч. Отобрали мяч у соперника, а теперь можно начинать свою атаку. Тут может что-то получиться. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Дасильва. Пошли последние 15 минут. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Манчестер Юнайтед с мячом, счет их полностью устраивает. До конца игры 7 минут. Посмотрим за этой атакой. Ждем навес. Вратарь первый на мяче.
Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Шикарный момент! Штанга! Три минуты будет добавлено.